Hey, yo, guys, с вами Шемики, мы продолжим проходить игру под названием Lego Batman Video Game. И у нас, кажется, остается еще два уровня за злодеев. Предприимчивый вор. И, скорее всего, у нас осталось от улики. А остались только мы с тобой, Харви. Какая прекрасная комбинация. Мои бесконечные загадки и твоя монета, чтобы отвечать на них. Подкинь же ее для меня, старина. Проникнем ли мы в Уин Технологи и украдем ли их супер лазер? Ты колеблешься? Я дал тебе ключ к разгадке. Да. Значит, это супер лазер. Нифига себе, у них технологии. А ну-ка, не, обратно я не могу пробраться. Так, ну этого... Двигай. Две пушки. Так, два лифта в одну сторону. Сейчас все сделаем, все будет нормом. Тихо, лифты, давайте в другую сторону. Хорош. Так, лазерки. Здесь у нас ни хера. Ломаем с этой стороны. Здесь что-то уже есть. Так, за мной там уже камера смотрит, я вижу. Синий, красный, желтый, зеленый. Синий, красный, желтый, зеленый. Вперед, погнали. Он монетку кидает, когда стоит АФК? Да. Ой, здесь эти ядовитые поля. А, так он тоже может ходить, ё-моё. Все могут ходить, кроме этого. А, не, подождите, этот не может ходить. Фриз. Он может только это. Как вам сказать? Ну, ходить он точно не может. Не, не в том смысле, что он инвалид, конечно. Риллер, теперь, мне кажется, тебе вообще здесь не повезет. Тебе вот тут только и придется туда прыгать, что. А этот же может плавать, стоять. Да? Да. Значит, все делаем просто им. Погнали. А, тут два включателя. Ну ладно. Зато разобрался. Нужно быстрее только туда дойти. В смысле ток быстрее меня? Ну, так нечестно. Ридлер, давай быстрее, я тебя не буду ждать. Так, сразу делаем все, что можно. Раз. С этой стороны. Ну, за героев как? С одной стороны, интересно. Тихо. Давай, погнали. Он типа ломает просто лазер или может проходить через них? А, просто проходит. Ну ладно. И суициднулся. Побежали, побежали. Пока у нас есть время. Так, нет, тех я манипулировать не могу. Так, что здесь у нас снова эти ловушки? Так, нам закрыли проход, ладно. Кнопки.
кнопки не нажимаются. Внутрь зайти я не могу. На выход мне тоже закрыли. Я уверен, что ходить по этим я тоже не могу. Да? Да. А ты хочешь сказать, можешь? Ты тоже не можешь. Зачем ты тогда мне врешь? Что может? Может. Вот что мы можем с тобой сделать вдвоем. Ну ладно, я один. Так. Поехали. Сейчас смысла пылесосить, я думаю, тут нету. А, не, либо есть. А, машинка, точняк, стоять. Это ж на время тоже? Тогда нужно быстро на спидране. Тихо. Я успеваю, я успеваю. И я успел. Но я не уверен, что это, может, это было и не на время. Но нужно было поторопиться, мало ли. Лучше, как бы сказать, не рисковать. Вот этот знак вопроса, он только что может гипнотизировать людей. И все. В основном он... Так, мне нужно за этого. Давай, ты на ту сторону, да, побежишь? В смысле? А, нужно ему еще эту херь построить. Вообще нет? О, ладно. А, вон где вторая, оказывается. Ну, ладно, и так сойдет. Пушка. Так, я не помню, чтобы мы здесь были. Желтый, красный, зеленый. Желтый. Красный, зеленый. Так, какой-то механизм. Поехали. Он недостроенный. Сейчас мы достроим его. Ридлер может... Может сразу Ридлера взять, пускай он это сделает. Гипноз? Почему бы действительно и нет? А, так это гипнозом и нужно. Ё-моё. Так, сразу минус ученые, чтобы не мешались. Давай, Ридлер, быстрее. Блин, а стреляет, ну стреляет, ну зачем ты стреляешь? Так, давай, я побежал, ты оставайся. Отбивайся. А, тихо. Рычажок. Сейчас я его выйду, пристрелю, если ты его убить не можешь. Главное, чтобы не мешали. Ты думал, я тебя не замечу? Эй. Тихо, собираем. По музыке можно понять, есть ли рядом враг, либо нету. Ты не заслужил на нем кататься. В смысле, он заслужил? Вы чё? Я хочу покататься. Ладно, тихо. Оп. Блин, вот машина долгая. А быстрее ты не можешь бегать, пожалуйста? Раз. Два. Три. Четыре. Прекрати. Пять. Пушка наша. Пушка наша. Пушка моя. Ну, в этой серии, как вы видите, проблем вообще не было.
Нихера себе, мощность. Отдачи. Вот и конец. Ну, что? Поехали, клиника Аркмы, и следующий... Ладно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. И в следующей серии у нас уже будет конец за Риддлера. Он же загадочник, он же знак вопроса. Ну, увидимся в следующей серии. Всем пока.